известный уже кабачок китайской селекции, ранний красавчик. Это уже перезревшие плоды, я вам показываю. Не успел я снять, когда они были молодыми. Вот видите, плод на плоде лежит. Каждый кустик увешан такими плодами. Очень ранний, очень вкусный. Молодые плоды светло-зеленого цвета, кстати, вот они есть, молоденькие. Вот. Молоденький плод. Покажу вам в тени. Очень нежный. Сочный. Такие плоды. Вот такие мы берем для консервации. Маленькие, они тогда вкуснее. Небольшие. И вам рекомендую консервировать, когда они вот такого размера. В любом случае, чем чаще вы срываете кабачки, они будут активнее нарастать. И вот такие тоже можно брать и консервировать. Ну, у них уже вкус не такой. Молоденькие кабачки, очень сладкие. Это все у нас ранний красавчик. Китайский кабачок. Плоды уже дозревают для семян.